Как меня сюда слышно? Отлично. Я прошу прощения сегодня перед всеми участниками за то, что я, честно, вчера заработала и спала порядка 2 часов, поэтому немножко сегодня такое с утра приковяло состояние, поэтому прошу прощения, но так как мы договорились, и у нас сегодня назначена встреча на 7, то есть мы здесь, и мы продолжаем работать также продуктивно. Итак, о чем сегодняшняя медитация? Медитация сегодня про то, что Вселенная разговаривает с нами одним словом «да». То есть она вообще очень простая. Я сейчас хочу, чтобы вы услышали и просто послушали внимательно такой небольшой текст, наверное, который, если вы начнете использовать, то очень сильно изменит вашу жизнь. Вообще, это одна фраза. Вселенная говорит с вами одним словом «да». Итак, например, вы просыпаетесь с утра, вы походили, Вселенная говорит «да». Плохие отношения, Вселенная говорит «да». Негативные отношения родителей, Вселенная говорит «да». Плохой бизнес, Вселенная говорит «да». Плохая работа, Вселенная говорит «да». Плохой клиент, Вселенная говорит «да». А если вы меняете поток мыслей, и, например, начинаете говорить: «Отличное партнерство с Олегом Николаевым, да. Прекрасная медитация сегодня с утра, да. Продуктивная медитация сегодня с утра, да. Классный бизнес, да. Получаю чистую прибыль, да. Все зависит от вас, все зависит на 100% от вашего потока мыслей». Что делать? Сегодняшняя практика дня, она будет основана на том, чтобы отслеживать свои мысли и менять с них «да». То есть «мне не хватит денег». Вселенная говорит «да». Поменяйте мысль: «у меня хватит денег, я в достатке, у меня получится». Это смена точки, с одной стороны, это смена точки сборки. Вы понимаете, о чем это. С другой стороны, это смена вашей жизненной картины, вашей жизненной парадигмы. Мне сейчас все больше и больше таких людей в окружении, которые радуются всякой хрени. Да, Игорь, да. И жизнь любит в ответ. У меня очень долго стоял статус «взаимно влюбленная в жизнь». То есть «взаимно влюбленная в жизнь». Это было там, где я люблю эту жизнь. Да, отлично. Вот. И дело в том, что это очень простой закон. Это самый, наверное, простейший закон, который можно придумать. Так вот, в моей жизни, благодаря этому закону, стали появляться самые крутые люди, самые охренительные ученики, самые крутые, мега, супер, интересные, продуктивные, лучшие партнеры. Партнеры по сотрудничеству, партнеры по... Вот, например, благодаря Олегу Николаеву я веду охренительные медитации, которые мне нравятся как инсайты, потому что я после медитации записываю вообще мысли, которые у меня происходят вот здесь, с вами, в этом пространстве. И я прямо внедряю их в работу постоянно, и новые практики приходят, новые знания приходят, новые вот информация приходит постоянно. И это благодаря тому, что есть работа с группой. И все это благодаря Олегу Николаеву. Честно скажу, если бы не он, я бы вряд ли когда-то собралась вообще делать такую штуку. А он сказал: «Лев, давай». Я такая: «Ну что, давай». Вот, поэтому, как только вы говорите Вселенной «да», как только вы говорите о событийном потоке «да», у вас все начинает складываться. Как я купила машину. Я решила переезжать в дом, на загород, в среду вечером. А в среду вечером еду из этого загородного дома на такси и стою на МКАДе. И думаю: «Господи, что такое так долго стоять?» Ну, что-то как-то, если я решила жить за городом, пора бы машину себе покупать. Времени было часов 10, в 11, грубо говоря, у меня был клиент. Пока я ехала, я нашла в интернете машину, я позвонила, договорилась, в обед я отнесла деньги. Получила документы, все, все. Как только вы решаете, что вы двигаетесь так, именно так, все, Вселенная вам говорит «да». Если вы начинаете думать: «Ну как же я это сделал? А потеряли мне этот мир?
что это было, так далее, так далее. Все. Слили энергию. Вообще слили энергию в ноль. Ваша задача обязательно делать без сомнений. Начиная с сомнений, берете прямо, есть классная практика, например, шарики. Представляете, что куча-куча мнений в голове, а и раз и выпадают из головы в шарики. Потом вы перерезаете ниточки, и шарики улетают в небо, растворяют. Очень простая техника, очень действует. Второй метод, когда начинается куча мнений в голове. Правильно ли я поступлю, а нужно ли это, а как посмотрят люди, а что бы мне хотелось, а вот что бы обо мне подумают, а правильно ли, а своевременно ли, а может быть сейчас, а может я мало заработаю, а может быть я много заработаю, может мне ничего не получится заработать, и вот в голове такая вот, да-да-да-да-да-да-да-да-да. Представляете, если я это визуализирую через образ маленькой собачки, что вы... берете ее на ручки, она прибегает на вас, гавкает, тявкает, знаете, шапки ловит. Вот. И она на вас тявкает, 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 тявкает. Вы ее берете на руки, гладите, она успокаивается, кормится какой-нибудь у вас няшкой с рук и убегает дальше в сад жить. То есть вы ее в следующий раз видите, когда вам нужна защита, например. Ну, то есть он дает защиту, расчет денег, еще какие-то полезные функции. Планирование здесь уже на уровне событийного, но рабочих процессов, общения с людьми на адекватном языке. Вот. А, соответственно, когда вы приручаете ум, то есть, скажем так, вы даете ему возможность выговориться, но при этом принимаете себя таким, какой вы есть, полностью в любви и гармонии, в удовольствии, тогда у вас, собственно, последующий сильный движение. Очень сильный движение. Итак, Вселенная говорит с нами одним словом. Да, вот сейчас. Напишите, пожалуйста, для себя те вещи, которые вы сомневаетесь, что вы получите. И сразу записывай, напишите из того состояния, что вы либо уже получите, либо уже получили. И напротив, каждый там 5 вещей, 5 вещи, события, предметы, еще что-то. Я никогда не смогу. Мне лень туда. Выписали? Выписывайте, что делать? Напротив каждого чувства, напротив каждого тезиса, вы пишете чувства, которые вы будете испытывать. Чувства, которые вы будете испытывать, когда это в настоящем времени удовлетворительный ход уже будет сильный. Например, у меня есть мечта. Мечта, цель, Lamborghini. Вот это та машина, то есть моя, которая у меня сейчас находится. А линии энергии, с мужичьим дизайном, абсолютно. Я никогда не каталась на этом. Но внешне они просто не подражают. Так вот, это моя цель, у меня есть. Который мне нравится, в той стране, которая мне нравится. Что я буду чувствовать? Вот я представляю себе, столько радости, столько счастья, столько свободы, вот это чувство, видите, как вот я его прочувствовала, как только я его нашла, я представила, радость и свобода. Вот это два чувства, которые я буду испытывать, когда я реализую свою мечту. Что сделали, поставьте это знание ключик. 5 целей.
намерением я никогда не... Пятью целями по времени. И с намерением. Так, ждем остальных. Я вчера вела из той же точки, с того же места. Наоборот, Андрей, начинаем. Я... Ну, что никогда не... А, окей, я никогда не куплю себе Lamborghini. Я куплю себе Lamborghini. И мне ее подарят. И вариант. То есть я никогда не буду менять эти определительные формы. Вселенная всегда говорит «да». Слушайте, пожалуйста, пожалуйста. Если вы говорите «я никогда не», то значит вам Вселенная говорит «да, конечно, ты никогда не». Все, свободен. Если вы говорите «я да», вам Вселенная говорит «да-да-да, так и я исполню». Пишем. Как там успехи? Ну, если честно, это вообще продвинуто? Нет, продвинуть их не надо. Просто напиши сейчас 5 целей, которые для тебя самые нереалистичные, самые далекие, самые заоблачные, самые сложные. У меня, например, одна из мечт познакомиться с чужим брендом. Да. Когда-то, несколько лет назад, для меня было иметь машину, а, например, это моя родительская семья, никогда не было автомобиля. Да, я легко трачу на себя 600 тысяч рублей. И, пожалуйста, трогай. У меня мой личный опыт – это спустить на себя 100 тысяч рублей за день. Это круто! Юра, что значит кинуть? Олег, ты переписал? Я легко даже на себя 600 тысяч рублей в месяц и больше. Сергей, нет какой-то цели, более глобальный дом, машина? А так? Странно, вообще ничего не поменялось в прошлого раза. А сегодня проблемы со связью с компьютером. Давайте сейчас все наверняка написали уже первую цель, правильно? Вот, первая цель, и напротив нее чувство. Мне я вам показала, было счастье и свобода, радость и свобода. О, я хочу в ближайшее время показаться. Вообще, прямо. Не знаю, городом, где вот именно прям почувствую. Беззащитное, что ли, вот это как-то продувается. Так, первая цель. Первая цель – чувство. Первое намерение – чувство. Чувство – это глаза закрываем, цель – вдох, выдох.
расслабляем стопы, голень, колени, бедра, конечности. Расслабляем ниже, да. Чуть ближе, ближе к бандерологии, ближе. Вообще, Семен, огромное спасибо за поддержку. Дыхание. На выдохе тело расслабляется. Расслабляется лицо. Расслабляются. Губы, глаза, лоб, затылок. Макушка. Ага. Сейчас дышим, садимся в медитацию, дышим, наполняемся, наполняемся энергией праны. У вас есть первое намерение, первая цель. И чувство от нее. И сейчас войдите в это чувство. Представьте, что вы ее сейчас только что получили реализацию этой цели. И наполните себя этим чувством, которое она вызывает. Прям представьте, положите его в сердце, раскройте, увеличьте до размеров тела, заполните, заполните себя. Глубокий вдох, выдох. Полностью присутствуйте здесь и сейчас. И сейчас вы входите в момент, когда уже произошло, прошло полгода после того, как вы реализовали первую цель. То есть, например, у меня это моя Lamborghini. Я стою, как я себя чувствую, в чем я одета. Смотрите на вашу реализованную цель. Вы себя чувствуете. Ничего не долго, ни микрофон, ничего. И продолжаете чувствовать. И наблюдаете за своим состоянием. Вспоминайте себя полгода, день, полгода, когда вы очень реализовали эту цель. И это чувство прямо его масштабируем, его наполняем все тело, наполняем с момента сейчас до реализации этой цели это чувство. Ну да, как бы есть и есть. Хорошо, классная, красивая машина, охренительная. И при этом чувствуете себя спокойно, и наполняете себя с сегодняшнего дня до реализации вашей цели. Глубокий вдох, выдох, чувствуем свое тело. Еще одно сегодняшнее задание домашнее. Просто потихоньку выходить уже. Сегодня было очень все просто. Сегодня задача в течение каждого получаса поставить себе напоминание на телефоны и входить в это состояние. Вот у меня это свобода и радость. Прям свобода! Вот такое состояние свободы. Свобода и радость. Вот, то есть я ставлю себе напоминание на телефоне быть свободным. Я есть свободная и радостная женщина. А в выходные дни медитации не будет, по той причине, что мы с Олегой ведем супер-мега-тренинг. Я вчера
полночи, в принципе, мне приходили инсайты, как его дополнить, что там сделать, что крутого написать. И я еще не сидела и думала, сейчас идти все-таки спать, время 4:40. Сейчас идти все-таки спать или пойти дописывать. Пойти все-таки дописывать. В общем, короче, я еще сидела вчера, писала. Про супер тренинг, о чем он будет про наши страхи, как от них избавиться, как ими овладеть, как сделать их нашей силой, отпустить, тотально полностью нахрен. Первый день. Первый день про расставание со старыми установками, проработка рода, проработка родительской связи, снятие программы родителей, снятие своих программ, уверенность в себе. Второй день. Это нежность, сексуальность, творчество. Это день про деньги, это день про развитие, это день про удовольствие, про радость жизни, про спокойствие, про потоковое состояние, про ваше предназначение. Хорошо. Напишите сейчас, пожалуйста, в чат ваши чувства, то есть какими чувствами вы сегодня работаете, и поставьте напоминание на телефоне каждые полчаса. Приходите. Да. Олег абсолютно прав. Приходите, стоит всего 17, 7700, 17700, простите. У меня просто все тренинги, они порядка 20 тысяч, предыдущий был там 17 тысяч. А этот мы решили сделать 7700. Абсолютно гармоничное чувство, спокойное чувство к этой сумме. Поэтому приходите на тренинг. Он больше идет как подарок к вашей будущей жизни. Уверенность, спокойствие. Олег, сегодняшний день тренировка уверенности и спокойствия. Хотите представлять из себя уже в реализованном теле? Все, всех обнимаю. Всем до понедельника, кому-то до завтра. Спасибо огромное за время наше, за обратную связь. Всем хорошего дня. Какие еще чувства? Алло, просыпаемся. Какие еще чувства у кого? Андрей, голод, уверенность, спокойствие. Какие еще чувства у вас? Уверенность, Олег, вообще твоя тема. Эйфория – это не чувство. Чувство может быть радость, чувство может быть свобода, чувство гармонии, чувство вот эти вот, как все, то же самое. Волнение – это не чувство. Это эмоция. Эмоция – это второй уровень, вторая чакра, десятки. А чувство – это четвертая чакра. Уже как минимум первый балл. Все, всем пока-пока. Напишите, пожалуйста, в чат домашку и в течение дня обязательно ее делайте. Сейчас прям поставьте напоминалки на телефон. Свобода, радость. Вот. Именно здесь состояние и ставите.